Почему вы решили помочь вот этой галерее? Ну как это, почему? Ну, во-первых, я вчера, только вчера прилетел с Киева, так что мне не надо рассказывать ничего. Я за неделю объездил все свои корни, у меня по матери, это казацкая Григоровка Обуховского района, и первый наш прапрапрадед поселился там в 1641 году. Это род Штаньков, безногий казак, и с которого пошел род. Так что у меня 7 поколений украинцев в крови. Так, мне решать не надо, у меня внутренний голос. Что вы думаете о войне? О войне думать не надо. Надо защищаться. А что касается выставки, то надо продолжать. Да, не знаю, не вижу никаких причин расстраиваться. Даже первые удачи, неудачи, это все принадлежит как бы к жизни, творческой натуре. Ну, я стартовую сделаю здесь, покупку обязательно. Хоть я и сам художник, но я люблю покупать. Это не то, что ради чего-то, а именно даже не ради помощи, а просто есть сильные вещи, и я перед этим устоять не могу. Вот, что касается того вашего, наверное, самого крутого вот этого портрета. Да, так я тут буду уговаривать сейчас торговаться. Дякую, пане Олександре.